Полба содержит много белка и имеет богатый аминокислотный профиль, поэтому идеально для здорового рациона. В этом рецепте я расскажу, как приготовить кашу из полбы. Каша варится на соевое молоке, поэтому внимательно следите за ней и периодически помешивайте. Кокосовое масло должно быть рафинированным, без запаха. Подавайте кашу с зеленью, луком и любым топпингом по вкусу, соевые кусочки, грибы или джерки из сейтана. Это не сладкая каша, которая подойдет для постного рациона. Получается вкусно, сытно и полезно. Полба 80 грамм. Соевое молоко 300 мл. Пищевые дрожжи 1 столовая ложка. Итальянские травы 1 чайная ложка. Кокосовое масло 1 чайная ложка, рафинированное. Чеснок гранулированный 1/2 чайных ложки. Соль по вкусу. Количество порций 1. Подготовьте все ингредиенты. Полбу хорошо промойте, затем замочите в горячей воде на 30 минут. В кастрюлю с соевым молоком добавьте специи, соль и пищевые дрожжи. Доведите до кипения. Добавьте полбу. Варите кашу 25-30 минут на низком огне. В конце добавьте ложечку кокосового масла, снимите кастрюлю с плиты и оставьте кашу на 15-20 минут. Каша с полбой готова. Приятного аппетита!